сложить можно. Но он полупустой у тебя, да? Ну как полупустой? Два комплекта одежды. Ну, поуменьшится, когда переоденешь. Места в салоне самолета. Вы можете выбрать любое свободное место, обратите внимание на места субличного пространства для нас. Изменение мест на борту воздушного судна не разрешается. Хорошо. Чего не разрешается? Изменение места. А если я не хочу выбирать? Куда посадят, туда посадят? Сейчас, смотри. Или платим 300 рублей и можем выбрать сидеть вместе, или не платим, и нас может разбросать по самолету. Да не платим, где не сидеть. Что там летит 2 часа? Выплата до 10 тысяч рублей при задержке рейса более 4 часов. Выплата до 10 тысяч рублей при потере или повреждении багажа. Защита от несчастного случая 400 тысяч рублей. Стоимость страхового полиса на одного клиента за один сегмент 199 рублей. Так, у нас Москва, Нальчик, Москва. Взрослых, 7200, багажа нет, выбора места нет, номера смысла нет, почти далеко из этого нет, стоимость перелета 7. Продолжить. Все, оплатить. Так, 42,76, 38,01, 0,339. Первый раз победой полечу. Да. Все, оплата прошла успешно, билет отправлен на указанный вами адрес электронной почты. Минус 7200. Что за вонище здесь, а? Говнище какое-то. И мы можем, в принципе, уже, по сути, никуда не торопиться. Да? Ой, вон здесь. Да вон, с полей, может быть, нет, этот... Может, какая-нибудь здесь, этот, ферма, что-то такое. Пахнет прям ферма. Уберите камеру, это ничего не интересно.
45 платить ему 100. Да? Ну, в соседнюю, наверное. Еще можно даже в соседнюю. Сколько они тут хотят с нас поиметь? Сколько? Сколько, девушка? Сколько? 35, что там? 55? Гаишник сзади ебать, что сзади личной машине живет прям всех конкретно. Полчаса зайди, уже не будет. Да? Да, я думаю. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.
впереди пост ДПС. Ограничение 60.
что за октавия? Что же это? Ротай. Мы ему делали? Да, мы ему так. Который 5 кпп. Хера себе. 10 чип мотора и 7 кпп. Сообщение, чтобы я переслал его, чтобы человек видел пересланное сообщение. Ну так все сложно. Да. Это какой-то знакомый твой. Это тип? Да. Это который Хаммер делал? Хаммер? Да. Нет, наш Коди. Нет, это какой-то клиент был следующий.
Да. Прием, прием. Слышь, нормально. Ага, ага. Дорого? Дорого? Ну вот. Ну зато работать будет, Джек. Ты про него забудешь все до конца владения своей машиной. 400 рублей. 400 рублей. Да, пойдет. Да, отлично, вообще отлично. Ну хорош, успокойся, ну что ты как это, как чужой человек, что ли? Утюг, утюг прогрей, самое главное, нормально. Да, да. Пост АПС. Давай, давай. На эти цукеровые палки, жесткий пост АПС, они постоянно тормозят, шмонают на наркоту. Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Дальше, да? Чего у него спросить, как шить через... Да, спроси, как шьется оно, через разъем или блок снимать надо? И как долго? А он тебе написал что-нибудь? Пока нет. Через разъем или блок снимать нужно? И как? Тюнинг мотора 9, КПП 6, пересылаю. Переслать. А кому? Вот этому 6424. Да, все через ОБД. Что, этому ответить, что через ОБД шьется? Или переслать тоже? Ты ему покажи то, что займет не более часа. Да, все через ОБД. Переслать и написать, что займет не более часа, да? Нет, давай, если он спросит, то расскажем ему, да? Вот. Главное, вот это вот перешли ему, что, чтобы он видел, что это переслано сообщение, что это не мы написали. Понял, как? Это важный момент, правильно? Да, все через ОБД. Все. Скажи, все окей, ждем ответа от клиента. Так, что мы будем делать сегодня в поле? Пойдем искать невесту? Наверняка, не знаю, еще что. О, водяная балка. О. Поедем на рыбалку. Точно, будем ловить большую щуку. На живца. Либо поедем на большие камни. Куда там ездил этот Сеня? О, я не знаю. Он в Анапе был, да, по-моему? Без понятия. Вилян, твоя рука, правда?
еще есть, да? Я, блин, и пить хочу, и... Что делать? Давай, да не-не-не, ну, терпимый киностоп. Этот, из Твери, да, ехали, ты такое выдал? Как такое возможно? Организм вообще с вас сошел. Жидкости плевылить хочет, налить и добавить. Машина так не делает, если антифриз есть? Есть. Роберт, интересно, как там? Давай я, кстати, напишу и ему, и Мише в почете. А. Роберт, добрый день. Как у вас машина? Как себя ведет? Греется? Нет? Все хорошо? Слушай, я надеюсь, он не обиделся на нас. Да. Но он привык, все мы ему бесплатно, 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 бесплатно. А тут 22 тысячи ему объявили. Ну, блин, ну реально, ну сколько в него газа вылили? Ой, блядь, это моя. Так, ладно, билеты есть уже, я так успокоился. Можем сейчас, знаешь, что сделать? Посчитать, сколько мы потратили на данный момент. Вчера мы заправили корову на... Блин, я точно не помню, там что-то 1950, короче, дружка. Дружка. Плюс билеты 7200. Плюс пожрали мы, я чек не взял. 1270 плюс 15, 1300. Плюс вот эти вот бумажки. Что уже так посмотришь, не так все радостно получается. Сапка, это вот всякое, ну, это семья Сапка терроризировала всю округу, станица Кущевская, да, плюс 2, 0,55, плюс 240, плюс 130, плюс... Thank you.
так на данный момент. Расходы. Ну, с учетом билетов, бензина, там всего-всего. Слушай, интересно, а можно ехать без остановки, я не знаю, там до какого-нибудь Иркутска, до Владивостока вдвоем? Один спит сзади 8 часов, другой рулит 8 часов. Поменялись. 8 часов спит, 8 часов рулит. Поменялись. И вот так вот организма у человека хватит. Мне кажется, хватит. Дней в 10 так? Нет. Если без остановки, то... Я думаю, дней за 5 можно доехать. Ну да, Щёвская. Блин, надо было сфоткаться. Да, все. Это не то. Так, Краснодар, Сочи. Обратная связь с клиентом тоже хороша. Когда вот мы заправили, да, там сколько мы с ним мучились и не забыли, написали, спросили. Правда, у нас там еще один есть висячок чеховский. Царата. Да, если бы у него там критическая ситуация была, он бы уже нас всю голову отцапал. Давай не будем ему писать ничего. Сейчас забудет. Против шерсти в моем. Вот это, москвичи. А ты пойдешь, нет? Да, я тоже садил. Телефон изменяет. То есть тепло хлопнет. Да, конечно. Ну тут камеры вообще. Да похуй ему вообще. Это как Павел, это сейчас ебусь, а потом пусть принимают. Павел, вот это. Это история, Павел. Положение определено. И садовый и. Thank you.
дальше она будет у... Какой у нас колотун, однако. Да? Девочка, ковил пошла в шарочках? Нет. Где, куда пошла? Да, внутрь зашла. Внутрь зашла? Да, вот типа ее ждет. Да. Хорошая? Вообще отлично. Темная, светлая. Темная. Молодая, старая. Молодая. Че еще спросить? 90-60-90. Да. Что за не ребята? На иксе? Ну зажертили денег на кафешку, стоят в Майдове живут с открытым багажником. Вообще ебануться. Да? Экономят, смотри, надо все деньги провести туда, в точку Б. Но до точки Б деньги могут не дают. Хорошо в Краснодарском крае. Всегда тепло. Я, знаешь, когда в армии служил, попали, ну, пока в этот еще на распределительный пункт. И нас направляли в Краснодар, в учебку. А
оттуда мы пересеклись просто на телевизионном пункте. Кто уже на полгода раньше призвался, уже из Краснодара вернулись. Мы вот в одном пункте были. Говорят, о, ребят, вам повезло, там лафа, там тепло. Считайте, зимы не будет, мерзнуть не будете. Как в этот год вдарили лютые морозы, просто аномальные в Краснодаре. Сугроб на территории части до второго этажа достигал. Там снега сроду столько не было. Это вот 2005, с 2005 на 2006 год. Это вообще, наверное, никогда не бывает. Вот, а тогда вот такая жесть была, просто трэш. Минус 30, зарядку отменяли, все отменяли. На улицу не выходи, чисто пожрать, ну, в наряды. И все остальное время в роте. Нагревали температуру роты, естественно, ежедневными прокачками. Вся рота отжимается, вонище стоит, но тепло. Thank you.
Hyundai Solaris, X-Trail. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Мерседес С-класса МТ-6700. Да, как знаем. Мало не все едут. Все нагруженные вещи, все одни одной команды едут. Впереди платная дорога. Никакой тут выброс. Да пиздец вообще. Тем более это русская КамАЗа, блядь. Это просто пиздец. Просто пиздец. Что мы видим такие места? Коптильники, да, бля, какие? Ага. Четвертый и пятый, да, пятый. Еще одну вспомнил сложную свою поездку. Москва-Краснодар, Краснодар-Москва. Туда-обратно машина. Новую в Краснодар. 2-3 часа поспал. И обратно из Краснодара в Москву. Это сколько там? 1300 и 1300, 2600. Ну там с трехчасовым сном. И с температурой под 39. Я в Москву въезжал просто уже никак ухи. Температура начала подниматься перед, ну, вот выехал из Москвы, я уже с температурой выехал, вот держался, держался, а обратно прям вообще, ну, это давно было, где-то год 15-й, наверное. Ну, в стоге уже готовые.
впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Не было. Не включено? Сейчас включено. Сейчас, в общем, салон очищает. Когда неделю едешь в машине. Сколько в одном колоске зернышек? Не знаю, штук 20. Штук 20, да? Ну давай 15, поменьше возьмем. Штук 15. Это нужно одно зернышко оставить, чтобы вырос еще один колос. Да. Одно зернышко. Ну не, наверное, это два зернышка, да? На зарплату сотрудникам. Расходы всякие и так далее. И 12 зернышек на продажу. Импорт, экспорт. Не, экспорт или ну, внутри страны. Ну, как зеленая хуйня, что-нибудь такое. Кукуруза. Да, а, здание. А, здание. Не знаю, может, вот и их поля это. Слушай, а кукуруза? Там уж побольше будет, кстати. Ограничение 90.